Лапки гостям. Так, берите себе сразу свой, уберите. Так, это ваш. Все. Ну все, сейчас приезжать будет по очереди. У нас есть тут сестра, которая так ходит. Иногда ей Надя выговаривает. Она почему-то на улице не снимает. Знаешь, почему экран белый? Там, главное, снимает. Засвет какой-то. Да. Засвечивание. Ну ты там стой за воротами. Не знаешь, как поправить? Человек 14. Как ты прыгаешь? Сколько в школе Вот грязь, только не бегай. Что получилось? Да. Сейчас нормально. Угу. Да, видишь, что ты грязная. А Люда там, Люда здесь? Нет. Ну, они Батюшка, это фотограф Наталья. Ну, Наталья, невеста жениха. Вашка, благословите, я все забыла. Так, все, где ты? Нашел дальше. И нахуй сегодня активную посмотреть. Уже Сара Марковна, что ли, да? Выходите на улицу.
них я не спою. Ничего. Нет, так и он. Пусть Женя тогда, пусть Женя поедет. А куда ехать? В РЗ. Ты знаешь, куда ехать? Ну это по Комсомольскому едешь, едешь, потом куда едешь? Мы без них сначала через 3 минуты. А мы без них всегда. Маши нету, Тани нету, и тогда ни Чупини, ни Купон. Да, да, да. Пол снял. Никто не подошел к столику. Да как получилось, что те, они не приехали? Я думала, родственники будут чего там по стороне видели. Что ли этого не видела? А их нет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
что написано? Имеешь ли ты искренне непринужденные желания и твердое намерение мужем быть рабы Божьей Ксении, которую видишь здесь перед собой? Имею, честно. Имею, честные отчи. Не связан ли ты обещанием другой невесты? Нет, не связан. Нет, не связан. Отчи. Имеешь ли ты искренние непринужденные желания и твердое намерение женой быть раба Божьего Иеремия, которую видишь здесь перед собой? Честные отчи. Не связано ли это обещание другому? Не связано. За мной идем. Благословен Бог нас всегда, ныне прелестно и во веки. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Порывай Божий, прими, Ксенина, не обручаюсь друг с другом, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй! Подарование же всех. Подарование и всего просимого для спасения детей, продолжения рода Господу помолимся. Господи, помилуй. О сохранении их единомыслия твердой, непоколебимой вере Господу помолимся. Господи, помилуй. О неспослании благословения для пребывания в непорочной жизни, согласии и совершенном доверии Господу помолимся. Господи, помилуй. О неспослании им благословения для пребывания в непорочной жизни, согласии и совершенного доверия Господу помолимся. Господи, помилуй. Да дарует им Господь Бог, брак почтенный и ложа непорочная, Господу помолимся. Господи, помилуй. О избавлении их и нас от всякой тягостной скорби, Господу помолимся. Господи, помилуй. За скорби, спаси, помилуй, сохрани нас Божие Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Уже есть не прежде разделенных собравший, во единый союзом любви связавший, их нерасторжимым благословивший Исаака и Ревеку, и наследниками твоего обещания их, явивший сам благослови и рабов твоих, Иеремию и Ксению, направляя их ко всякому делу благому, ибо ты, Бог, милостивый человек, любивый тебе, славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духове Твоему. Преклоните. Оставив ее из народов земли, сам благослови и обручение этой тени, сохрани рабочих, и имея их тень в мире,
единомышленнее, ибо тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Обращается вам Божий имя, Слово Божие в тени во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обращается раба Божия Ксения, рабу Божию Иеремии, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Так, давай помянемся. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ты между речи сопутствовал слуге патриарха Авраама, посланному найти жену Господину своему Исааку, у источника чистой воды для обручения с Исааком, гостеприимную Ребекку указал, сам благослови обручение рабов Твоих всех, Иеремии и Ксении. Подтверди сказанное ими слово взаимной любви и верности друг другу, укрепи союз их святым Твоим соединением, ибо от начала мира создал Ты мужской и женский пол, и по воле Твоей жена соединилась с мужем для помощи ему и для продолжения рода человеческого. Потому, Господи Боже наш, пославши нам наследию Твоему, истину обещанную Тобою, служителем Твоим, отцам нашим, в каждом роде и поколении избранным Твоим, воззри на рабов Твоих, Иеремия и Ксению, и утверди обручение их вере, единомыслие, истине и любви, ибо Ты, Господи, сам указал вручением перстня подтверждать всякое дело. Через перстень дана была власть Иосифу в Египте, через перстень прославился Даниил в Вавилонской стране, через перстень обнаружилась правота в Амаре, через перстень Отец наш Небесный явил милосердие блудному сыну своему, сказав: принесите перстень на правую руку его, закалите откормленного теленка, будем есть и возвеселимся. Сама всемогущая десница Твоя, Господи, вооружила Моисея на Красном море, и словом Твоим истинно утвердились в небеса, и основана была земля, и десница Твоих рабов благословляется своим словом Твоим, могущественную небесную силой Твоей, самый ныне владыка. Благослови это возложение перстней своим небесным благословением, и ангел Твой дошествует пред ними во все дни жизни их, ибо Ты благословляешь и освящаешь все, Боже наше, Тебе славу посылаем, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Твое молимся, услыши нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Подарки Кирилле, Господи нашему, высокопресвященнейшему митрополите Сергии, для всех во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В стране нашей российской, властев и да в тихой и безмолвной житье прожив во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Обручившиеся друг с другом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй всех предстоящих и молящихся, всех христиан. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
человека любит Бог, и тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Блажены все боящиеся Господа. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. От плодов труда рук Твоих вкусишь, блажен Ты, благо Тебе будет. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Жена Твоя, как лоза виноградная, плодовитая в доме Твоем. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Дети Твои, как побеги в борьбе, живым огромным отрезы Твоей. Да благословится человек, боящийся Господа. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. От Сиона, и увидишь благодействие Иерусалима в все дни жизни Твоей, увидишь сыновей, у сыновей Твоих, и мир над Израилем. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Обещаешь ли пред лицом Господа Бога и всей Церкви Его хранить верность супруге своей, ныне обрученной с Тобой, Иеремия, и в скорби, и в радости, обрученной Тобой, Ксении, и в скорби, и в радости заботиться о ней, и беречь ее до конца дней Твоих. Обещаю. Обещаешь ли пред лицом Господа Бога и всей Церкви Его хранить верность супругу своему, ныне обрученному с Тобой, Иеремию, и в скорби, и в радости, и заботиться о нем, и беречь его до конца дней Твоих? Обещаю, честное отче. Бог да укрепит благие желания ваши, и да поможет вам, и да благословит вас вовеки. Аминь. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и вовеки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. В страдальной стране нашей российской, правителей православных людей, в Отечестве России несущих о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благодарение Ксении, ныне сочетающиеся друг с другом в общении брака и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Как благословлен был и брак в Кане Галилейской, Господу помолимся. Господи, помилуй. Они спасали им целомудрие и чадородие на пользу, Господу помолимся. Господи, помилуй. Да возрадуются они в виде сыновей и дочерей своих, Господу помолимся. Господи, помилуй. По дарованию радости деторождения, утешения добрыми чадами, жизни безупречной, непостыдной, Господу помолимся. Господи, помилуй. О даровании же и нам всего, ко спасению просимого, Господу помолимся. Господи, помилуй. О скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй, сохрани нас Божьей Твоею благодатью. Господи, помилуй. Славну Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Боже, пречистый, и всего творения Создатель, ребро праотца Адама, преобразивший жену ему по человеколюбию Твоему, и благословивший Адама и Еву, и сказавший, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, и обоих единым телом, явившись через супружество, ради чего и оставляет мужчина отца своего и матери, соединяется с женой своей, и становится двое плотью единой, и то, что Бог соединил, человек да не разлучает.
Ты, Господи, верного служителя своего Авраама благословил, чрево открыв, престарелой жене его в Саре, и сделал его отцом множества народов. Ты Исааку и Ревеку даровал, и рождением чад их благословил. Ты сосчитал Иакова с Рахилью, и родились от них 12 патриархов, старейшин народа твоего. Ты соединил Иосифа со Сенефой, и даровал им плоды чадородия Ефрема и Манасия. Ты принял брак Захарии и Елисаветы, и явил через них рождение Притечи. Ты произрастил по плоти от корня Исеева преснодеву Марию, и от нее воплотился, родился для спасения рода человеческого. По неизреченному твоему дару и великому милосердию, придя в Кану Галилейскую, благословил там брак, всем тем являясь, что по воле твоей сочетается законы супружества него, происходящее деторождение, потому и сам Владыка Пресвятой, прими моление нас, рабов твоих, и как в Кане, так и здесь, невидим твоим присутствием, благослови сей брак и даруй рабам твоим, Иеремии и Ксении, жизнь мирную, долгоденствую, целомудрие друг к другу, любовь в союзе мира, долгожизненное потомство, благодать в потомках своих, невидаемый венец славы, и дай ему видеть детей от детей своих, ложе их непорочным от всех враждебных замыслов соблюди, и даруй им от росы небесной свыше и от земного богатства, наполни дома их пшеницей, вином и елеем и всяким добром, дабы могли они и нуждающимся подавать. Даруй также и всем здесь молящимся с ними все просимое для спасения. Ибо ты, Бог, милости и сострадания человека, люби тебе, мы славу воссылаем. Совмещаем твоим отцем и пресвятым благим створящим твоим духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, таинственного и чистого брака, совершитель и законодатель телесного супружества, хранитель непорочности, покровитель целомудрия и правитель доброй жизни нашей, ты, Владыка, создав в начале человека, поставил его царем над всеми творениями и сказал: «Нехорошо человеку быть одному на земле, сотворим помощника ему». И, взяв одно из рёб его, ты создал ему жену. И воскликнул Адам, увидев ее: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Потому оставит мужчина отца своего и мать свою, и соединится с женой своей, будут двое, как одна плоть. И что Бог соединил, того человек не разлучает. Самый ныне Владыка, Господи Боже наш, не спаси небесную твою благодать и на рабов твоих, Иеремия и Ксению. Во всем, и даруй рабе твоей Ксении во всем повиноваться мужу, рабу твоему, Иеремию, быть главою жены, да поживут по воле твоей. Благослови, Господи Боже наш, как благословил Авраама и Сару, благослови, Господи Боже наш, как благословил Исаака и Ревеку, благослови, Господи Боже наш, как благословил Иакова и всех патриархов народа твоего, благослови, Господи Боже наш, как благословил Иосифа и Асинефу, благослови, Господи Боже наш, как благословил Моисея и Сепфору. Благослови, Господи Боже наш, как благословил Иакима и Анну. Благослови, Господи Боже наш, как благословил Захарию и Елисавету. Сохрани, Господи Боже наш, как сохранил Ноя в ковчеге. Сохрани, Господи Боже наш, как сохранил Иону в чреве кита. Сохрани, Господи Боже наш, как сохранил от огня святых трех отроков Анания, Азария и Мицаила, не спасав их с неба росу. И да снизойдет на них радость блаженной царицы Елены, когда нашла она святых твой крест. Помяни их, Господи Боже наш, как помянул Иноха, Сима и Илью. Помяни их, Господи Боже наш, как помянул святых твоих 40 мучеников, не спасав им с неба венцы. Помяни, Господи, и воспитавших их родителей. Ведь молитва родителей утверждает основание домов. Помяни, Господи Боже наш, и всех рабов твоих, собравшихся здесь для этой радости. Помяни, Господи Боже наш, и рабов твоих, Иеремию, Ксению, и благослови их, даруй им плод чрева, детей благочестивых, телесное и духовное единомыслие. Возвысь их, подобно кедрам ливанским, и ветвистой лозе виноградной. Даруй им во всем изобилие, да имея всякий достаток, щедры будут на всякое доброе и угодное тебе дело, да увидят они вокруг трапезы своих детей, у детей своих, словно молодые побеги олив, и пожив благоугодно, да воссияют, словно светило на небе сах у тебя, Господа Бога нашего, ибо твоя вся слава
власть, честь и поклонение ныне присне во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже Святой, создавший из праха человека, из ребра его, воссоздавший жену и соединивший его с нею, подобно ему помощница, ибо так угодно тебе, величественному, чтобы не был человек один на земле, сам и ныне владыка. Прости руку твою из святого жилища твоего и сочетай раба твоего Иеремия с рабой твоей Ксении, ибо по воле твоей сочетаются с мужем жена, соедини их в единомыслие, венчай их плоть единую, даруй им плод чрева, и те рождения, утеши их добрыми детьми, ибо ты Бог могущественный, царствующий, являющий силу свою и славу, Отец и Сын и Святый Дух, ныне присно и во веки веков. Шакимин, глаз восьмый. Венчается раб Божий Иеремия с рабом Божиим Ксенией во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Венчается рабом Божиим Ксения с рабом Божиим Иеремия. И духови твоему, и мудрость. Прокимен глаз восьмы, положилось и на главах их венцы, от камени честны, живота просишу у тебе и далось им. Положилось и на главах их венцы, от камени честны, от камени честны. Благословение во век века возвеселишь, и я радостью с лицем твоим. Положил еси на главах и принцы, от камени честны, от камени честны. Их и семь послание святого апостола Павла, чтение. Братья, благодарите всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив паню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.
посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, тайна сия велика. И я говорю по отношению ко Христу и к церкви, так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Мир тебе спущено. И духове твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость просим, услышим святаго Евангелия. Мир всем. Вот Иоанна, святаго Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещающих по две или три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водой, и наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Слава тебе, Господи, слава тебе. Всем сердце душе, всем помышления наших горце. Господи, помилуй. Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуйся, милосердие, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Спасение, прощение, оставление грехов рабов Божьих, Иеремии, Ксении, я всех здесь предстоящих и молящихся, ожидающих богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе мы славу посылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. По спасительному промыслу твоему, брак в Кане Галилейской, присутствием своим удостоивший, и тем, показавший его достойным, сам ныне сохрани в мире единомыслие твоих рабов Иеремии и Ксению, которым благоволил соединиться друг с другом, достойным их брак покажи, ложе их сохрани измены неоскверненным, благоволи совместной жизни их пробить непорочной, и удостои их дожить до глубокой старости почтенной с чистым сердцем, исполняя заповеди Твои, бо Ты Бог наш, Бог милующий, спасающий Тебя, славу воссылаем, за замечательным Твоим Отцем и Всесвятым Богим настоящим Твоим Духом, ныне присни, во веки веков. Аминь. Нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Дни этому завершения святаго мирно безгрешного Господа просим. Отдай, Господи. Наставник, хранитель души телес наших у Господа проси. Подай, Господи. Пришли наших у Господа проси. Подай, Господи. Всем нашим и миру у Господа проси. Подай, Господи. Покаяние скончать у Господа проси. Подай, Господи. Наше безболезненное, постыдное, мирное и доброго ответа на страшном судище Христовом просим. Подай, Господи.
Славную и славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи, осуждена, и смело призывать Тебя, Небесного Бога, Отца, и возглашать Отче наш. Отче наш, иже си на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Мир всем! Мир Духу Твоему! Благодарим Ваше, Господи, преклоните! Мир, Господи! Неси сюда! Все. Боже, все сотворивший силу и своей, утвердивший вселенную и украсивый человека, венец всего сотворенного Тобою, сам благослови духом благословением эту общую чашу, подавая ее сочетающимся для общения в браке, и благословенное имя Твое, и прославлено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Чашу спасения приму. Имя Господне призову. Почему не налет? Ну-ка, неси. Почему не налет? Чуть-чуть. Исаия, ликуй, Дева, имя во чреве. Чаючи,
святые мученицы. Святые мученицы, Иже добре страдавшеше венчавшеся, молитесь о Господу, спасися душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже! Возведите жених Яко Авраам, и благословен будет, как Исаак, умнося, как Яков, живя в мире, и исполняя в праведности заповеди Божьи. И ты, невеста, возвелись, как Сара, и возвеселись, как Ревека, умнося, как Рахиль, и радуйся о своем муже, храня пределы закона, ибо так благоволил Бог. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, причины в Кану Галилейскую брак, там благословивший, благослови и рабов Твоих по Твоему промыслу, и общение брака соединившихся, благослови их, благослови все пути жизни их, входы и исходы исполняя, всяким благом жизни их, прими венцы их во Царстве Твоем, сохраняя их неоскверненными и неопороченными, и защищенными от козней врага во веки веков. Аминь. И Духами Твоим, Господи, и преклоните. Тебе, Господи. Отец, Сын и Святой Дух, все святая единосущность, животворящая Троица, единое Божество и Царство. Господи Боже наш, славою и честью венчай их. Господи Боже наш, славою и честью венчай их. Господи Боже наш, славою и честью венчай их. Отец, Сын и Святой Дух, Всесвятая, Единосущная, Живоначальная Троица, Единое Божество и Царство, да благословит вас, и да подаст вам долгоденствие, деторождение, счастье, преуспевание в жизни и вере, и да исполнит вас всеми благами на земле, и удостоит вас обещанные небесных благ получить по молитвам Пресвятой Богородии всех святых. Аминь. Спаси нас. Честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова, лучшую сущую Богородицу Тебя величай. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Своим брак священным, показавший по молитвам причистой своей матери, святых славных и всехвальных, восхваляемых апостолов, святых Богом увенчанных равноапостолов Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия, святых боговерных князей Петра и Февронии и всех святых, да помилует и спасет нас по благости человека, любви своему. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
такое посвящение. Да подаст Господь Бог рабам Божьим, Иеремии, и Ксении, и всем здесь молясь, предстоящим молящимся, на многое лето. Многое лето, многое лето, очень легко вспомнить то, что говорилось здесь, какие молитвы читали. Вот. Меня спрашивают, если бы не было свидетелей, я бы не запомнил, то ли я венчался, то ли нет. Было бы гораздо все проще, там это никого не как-то так вот все это было. Это не было таких торжественно, как-то вот как сейчас там это все попросту было. Даже мы пошли, когда расписывались, скажу там, рубль 50 надо было заплатить, а у меня 30 копеек не хватило. Пришлось у невесты занимать. Вот такое еще жизнь, только с армии пришел, там как-то не было ничего. Вот так вот было. А сегодня то, что было сегодня, какие молитвы читали. Мы на русском языке, я говорил все. Все примеры приводятся из Священного Писания. Как жили древние патриархи наши. Как жены относились. Как они приобретали себе. Как Исааку пошел, не Исаак сам, а слугу свою послал. Иди, приведи мне невесту там. Отец сказал, чтобы взять из тех краев, там родственники жили. А он как определить, какая? Нужно, чтобы была хорошая. А он сказал, загадал, а я подойду, говорит, там вот, где водопой. Если придут, как овец, обычно больше женщин пошли поить, то я попрошу напиться, кто первое даст мне напиться, и скажет, еще я там верблюдот, о, это будет самое то, что надо. И вот приходит первая Ревека, он и подходит, и идет сюда, и попить мне. Она его напоила. Я, говорит, верблюдов всех напою. А верблюдов не просто, там же не, этого не было насоса качать. Вручную доставать, а колодцы-то были до 100 метров, говорит, глубиной. То есть глубокие, не как у нас там по 6 метров все. Она на все это, да. И потом он видит такая, сразу ей там подарки дал. Она говорит, пойдемте к нам, у нас солому много, верблюдам там все. То есть гостеприимная, трудолюбивая. Он это увидел, все это, значит, вот, странно приемно. Ну и все, и получилось. Так что он привел господина. Он господин-то не видел, и она не видела. Только спросил ее, пойдешь ли, родственники спрашивают уже, когда он говорит, пойдешь ты с ним? Она, пойду с ним. Вот так прикиньте, каждый к себе, не видел, не знаешь, где страна далекая. Пойду. Ну так уже Господь положил на сердце. Поэтому все примеры даются из Священного Писания. Мы сегодня, имея это Священное Писание, нам легче спасаться. Мы знаем примеры. Жития святых есть, мученики какие были. Вот. Среди святых мучеников все есть. И женатые, и неженатые. И богатые, и бедные. И воины, и простолюдины. И совсем нищие, юродивые. Различные есть. И из Ветхого Завета мы видим, какие были. Представьте, Ною сказал Господь, строй ковчег, где в пустыне. Он строит, не год, не два строил, а, кажется, там 90 лет, что он строил ковчег. Над ним смеялись все, что ты делаешь, старик, ну, что, строит корабль в пустыне, где нет ничего, никаких там ни моря, ни реки, ни наводнения ожидать. Он строил, то есть, слово, он верил Создателю своему Богу. Вот. И мы даже в жизни будете доверять больше не тому, кто сказал, а доверять Слову Божьему. Руководствуйтесь в жизни этим. Никогда не будете вы сказать обижены и как-то не так поступить, потому что на все
случае жизни земной можем найти ответы в Священном Писании. Сами не знаете, спросите, кто умудренный в этом. Советы не пренебрегайте. И вы, говорит, при множестве советов состоится предприятие «Успех в войне». Тогда, когда множество советов будет. А без совета, это, говорит, колесница, которая несущаяся в преисподнюю. Помните это всегда, дорогие Еремия и Ксения. Ну, все, сушите свечи, подходите, поздравляйте, все. Ага, во, это что такое здесь документ? Вот, Крестовоздвиженская община, престольный праздник, 14-27 сентября, свидетельство номер 16. Таинство венчания в соответствии с правилами и каноны православной церкви совершено над рабом Божьим Барабаша Еремия Игоревича, Барабаш Ксении Константиновны, 21 июля 24 года, Крестовоздвиженская община города Барнаула. Таинство совершил протоиерей Аким Лапкин, расписался. Вот, 21 июля 24 года. Нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это знаете где? Это книга Екклесиаста в Библии, 4 глава, 12 стих. Втрое скрученная не скоро порвется. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будут два одной плоти, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19, своя глава, 5-6 стих. Хозяин, храни документ. Батюшка, приветствую еще. А? Приветствую. Ах, ну ты все подходи, я все совсем. Тогда поприветствую себя. Так, ну что, может быть, сделаем этот снимок общий? На улице. Да. А можно на улице? Здесь нет. Потом на улице. А потом на улице сделаем. Сейчас. Давайте здесь я туда поближе поставлю. Давай. Вы так. Нет, давайте сначала втроем, может. Да, втроем. Да. Угу. Секундочку. Все, на меня хватит. Давайте с родителями. Общая здесь не получится, не правда. С родителями можно. Давайте с родителями еще. Вот. Давай, Саша, иди сюда. Поехали. Не в силе, так где с родителями? Мелкие, давайте сюда. Ну, быстрее, давайте. Спасибо, иди сейчас, сфотографируй сейчас. Садись вот сюда. Иди. У меня малыш, который на полу сидит, не входит. На ручке что-то возьмет. Они не входят маленькие. Ладно, давай. Все хорошо. Смотрите сюда. Ребятишки. Дети. Привет. Лука. Сюда смотри. Вот он, папа. Берите второго маленького тоже на ручки. Вот этого. Подходите ближе ко всем. И подружнее, прям друг дружке, пожалуйста, поближе подойдите. Так. Все, все глазки на меня. Сюда, сюда, сюда. Пока. И улыбаемся. Спасибо. Мы можем общую на улице сделать. Давайте. Нельзя оставлять.
куда выкинете? Я думаю, вот максимально вот здесь, вот, от дверей и вот сюда вот так. Давайте все вместе соберемся, попробуем. Проходите на общую фотографию, пожалуйста. На фоне елочки, да? Давайте на фоне елочки пойдемте. А вот кто-то другой делает. Я городу потрогал, что там будет. Уважаемые, проходите, пожалуйста, вот сюда, и вот здесь мы все собираемся. Я буду оттуда фотографировать вас. Проходите, нужны все. Проходите все, пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Сфотографируемся, потом на качелю. Сара, иди сюда. Подходите подружнее, поближе друг к другу. Обязательно, чтобы всех лица я видела. Вы пойдете? Пойдите тоже. Туда? А те, кто во втором ряду, пожалуйста, чтобы лички я ваши видела. У меня вот, кстати, вот там вот есть третий ряд, я там совсем никого не вижу. Вот женщины. Можно вот сюда пройти, те, кто в третьем ряду? Идите сюда. Еще. Второй, третий ряд на носочки, так раз. И вы, наверное, по команде. Первый начали, я с ним вижу. Под вас, я про вас. Выбирайте вперед, пожалуйста. Так. А здесь идите поближе и на носочки. Лена, тебя не видно. Здесь нормально. Можно вот сюда? Прям с самого края. Вы сфотографируйте, потом посмотрите, кого я вижу. Уже глазками вижу. Может, вас подбросит сюда, на карачку. Вот по-прежнему вас не вижу. Прячьтесь, да. Ага. Так. И вот рядом с вами девушка. Вам тоже надо или на носочки, или как-то. На руки взять. Так. Смотрите все туда. Все, все глазки на меня. Все спинки расправили, плечики расправили. На солнце пришло, да? И улыбнулись. Солнце, это нет, улыбаемся, это не улыбаемся. Молодцы. Еще раз вторые ряды прям на носочки, чтобы полностью я лички ваши видела. Спасибо большое. А как вот фотографии делали еще вот царской можно... армии этого там? Тьма, Евгений, я считал, считать устал. И лица у всех видно, все там. Ходите, а давайте мы еще вот с родителями. Не, ну там и фотоаппарат был, наверное, 2-3. Так, батюшка, родители, да, и молодые. Давайте. Подожди, сумку. А моя сумка? Ребята, отходите, мы сейчас еще с водителями. Да, батюшка, пацан, родители. Игорь Александрович! Сейчас Терентий, Маша, Лера, Поля, подойдите с братьями и сестрами. Марк. Полина, Лера, идите сюда. С нас или с нами? С родителями и с этими, с детьми. Давай, сюда. Где хочешь? Иди к отцу. Сара, иди сюда. Сара, иди ко мне. А что у меня есть? Иди скорее. Лерочка. Все, все готовы. Так, Любовь Николаевна, отойдите.
ссылаешься на меня и улыбаемся. Смотри, на тетю. Смотри, на тетю. Она пальчик плохо видно. Тетя, сделайте такого получше. Ксюш, сместись вправо немножко. Все, глазки сюда, улыбаемся. А что? Я не могу. Спасибо. Как еще? Кто хочет фотографироваться? Ну, кто хочет с молодыми фотографироваться, можно подойти и сфотографироваться. Давайте. Все. Теперь все, кто хочет, подходите по очереди. Вы, как вы как хотите. А можно подойдем с тебя? Можно, как вы хотите. Где сам? А. Кто еще хочет сфотографироваться? Давайте. Мы же не готовы? Все, глазки на меня. Лукаша!